Анонс и точная дата выхода 11 серии турецкого сериала «Пыльный воротник». 11 серия сериала выйдет в эфир 11 сентября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Дарья и Ондер решили за завтраком поговорить с Берком. Они считают, что совсем скоро все наладится, и он снова сможет общаться со своими друзьями, как и прежде. Только Берк уверен, что отношения с друзьями ему после всего уже не удастся никак наладить. Берк признался в том, что в ту ночь он напал на Хазал. Осман пришел навестить Кинана и сказал, что потом забудет все, о чем сейчас успеет сказать. Кинан сказал, что он не причинял никакого вреда сыну Османа. Он наоборот пытался спасти Вефу. Тогда Вефа сказал Кинану, что его оклеветали. Он ничего не сделал, сказал, и во всем виноват Берг. У Вефы были записи, которые доказывают его невиновность. Все разговоры Вефа записывал на часы. Осман сказал, что необходимо отыскать часы, так как они очень важны. Некоторые стали замечать, что Джимре ведет себя в последнее время очень странно. И скорее всего, она что-то пытается найти. Это должно быть чем-то очень важным, и необходимо выяснить, что именно. Хазал намерена разобраться в этом. Кинан попросил передать Али, если он до сих пор хочет найти убийцу, то в первую очередь необходимо отыскать часы. Если убийцу Вефы не найти в кратчайшие сроки, то очередной прекрасный вечер сможет обернуться чьей-то смертью. Напомним, 11 серия сериала выйдет в эфир 11 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.